Всем привет! Вы на канале Тим и Чу. И в этом видео я вам хочу сказать, что я стал фермером в Майнкрафте. Бум. Да, бум. И вот я уже устроился в своем домике. Там у нас печка такая вот. Да, и здесь у нас такой сундучок с мотыгой. Да. Семенами, картошкой. И крошкой. И моркошкой, а не крошкой. Короче, пойдемте на огород. Серьезно, что ли? Почему он не полностью вырос? Короче, давайте уже. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Берем мотышку. И будем пышку делать это. Ладно, давайте хоп-хоп-хоп. Это у нас семена обычные. Зачем-то их посадим. Короче, вот мы, такая вот у нас грядочка, обычная грядочка. Это у нас картофанчик. Сейчас я выставлю это на паузе. Все уже сделал. Так, делаем тык. Так. Получается, у нас здесь картофель, да? Картофан. Мне вообще реально пофигу, выросла моркошка или семена, или крошка, или картошка, моркошка. Не, я просто срываю для вас. Показываю, как я хорошо и быстро работаю. Ну, в принципе, на воде что ли посадить. Короче, всем пока, вы были на канале Тим и Чу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, смотрите мои видео. Всем пока. Эй, пока.